Да. Привет, спишь? Нет, бегаю. Очень смешно. Мне нужно срочно съездить в старую дедовскую квартиру. Помнишь, что мы маме обещали? Ну? На днях снос будет, надо их забрать. Сейчас в 2:00 ночи? Слушай, я хочу на них посмотреть в последний раз. Давай я их тебе потом сам попозже привезу. Я завтра улетаю, и я пока не вижу другого момента. Че, когда выезжать? 30 минут назад. Уже в машине. Давай, до связи. Твою мать! Ладно, надеюсь, Макс не будет тормозить, как обычно. Там дело не так много. Его носит. Ты где? Чай пью. Ты издеваешься? Да все, не кипишу, допил. То есть уже еду, через 15 минут буду на месте. Хорошо, я пока до дома дойду. Господи! Их, как я выжила в этом районе. Фух, второй подъезд. Воу! Ты скоро? Не хочу тебя расстраивать, но у меня ЧП. Что с тобой случилось? Со мной все нормально, а вот колесо решило познакомиться с гвоздем. Черт, это надолго? Не знаю, у меня же руки с правильного места растут. Сейчас заменю. Руки? Ой, все, перезвоню. Все еще не люблю подниматься на второй этаж. Эй, нахуй иди отсюда! Блин, ключи у Макса. Воу! Короче, я жду тебя, у меня ключей нет. Они на третьем этаже, в горшке с цветком. Ты спрятал ключи от квартиры в горшке с цветами? А почему ты мне об этом не сказал? Вот говорю. Не хотел таскать их туда-сюда, район один хер под снос. Брать там особо нечего, кроме моего старого тетриса. Кстати, его надо будет забрать. Найду и себе заберу. Ха, сейчас.
Так, я еще не закончила. Если б знала, одна бы приехала. Да. Привет, Веснушка. Ты на месте? На месте. Не забывай, зачем ты тут. И не пытайся меня кинуть, если не хочешь, чтобы твой брат узнал то, о чем лучше не знать. Закончил? Я только начал. Как найдешь, позвони. Ёб твою! Ну, конечно, слишком просто. Надо же ключики поискать. Воу! Комната деда закрыта. Где ключи? Я ее не закрывал. Но она закрыта. Ну, попробуй открыть. Жопой? Да она ж деревянная, вышиби. Как приедешь, я тебе мозги вышибу. Может, есть ключ? Я правда не закрывал, понятия не имел, что она вообще закрывается. Ты долго еще? Почти закончил. Скоро приеду. Прекрасно. Этот дом прям чувствует, что ему скоро конец. Кажется, щиток был внизу.
Макс? Бред какой-то. Готово. Пора заканчивать и сваливать. Вот эти сраные часы. Фух, оно еще тут. Хорошо, что никто не стал их обыскивать. Антон, оно у меня. Умница, Веснушка, никуда не уходи, я скоро буду. Я тут не останусь. Давай я сама приеду и завезу. Мне не нужны тут лишние вопросы. Мы все-таки бывшие соседи. Что люди подумают? Все, жди. Ничего они не подумают. Они и так знают, что ты гандон. Все, ухожу. Что это? Быть. Я опять свет вырубила. Да что за хуйня тут происходит? Алло. Здравствуйте. Не желаете оформить кредит по выгодным условиям? Да идите вы нахер со своими кредитами. Что? Макс, выручай. Оу! Ну ты скоро. Да я уже в 5 минутах. Поторопись, пожалуйста, тут пробки выбило и дверь захлопнулась. Ха, у тебя бывают дни без приключений? Макс! Все, все, я там на кухне оставил фонарик. Господи. Глянь, может, крысы еще не успели утащить. Только не перепутай с солонкой. Ой, не переживай, не перепутаю. Я же не Куплинов. О, вот это ты зря. Ему это ударение не понравится. Он в такую ситуацию не попадал. Ему бы точно не понравилось. Нашла? Да, но он не работает. Ты как там? Сидею, ближе к делу. Краску купить? Макс! Спокойно, я уже ушла от Баума. Слушай, тебе надо расслабиться, давай я тебе песенку напою, а ты должна будешь угадать. Я помню, но это ни черта не помогает. Интересно, а если бы он съел мухомор? Твою мать! Нашу! Так, я в подъезде. Сейчас посмотрю, что там с пробками. Так. А тут все ужасно. Могу включить только кухню. Проверь. Thank you.
Слушай. Оу. Ты же говорил, что тут больше никто не живет. Не живет. А кто тогда смотрит на меня с соседнего дома? Не пугай меня так. Надо убираться отсюда. Макс, ты где? Давай скорее! Ты помнишь, как это произошло? Что произошло? Тот момент, когда его сердце остановилось. Вы что, тут бредите, что ли? Какого хрена я тут делаю? Помнишь, что внутри? Это не мое, это Антона. Почему ты воспользовалась тем, что внутри? Хватит! Ты еще не готова. Это ты виновата! Если бы не ты, он был бы жив! Он был бы жив! Нет, 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 я снова здесь! Веснушка, ты там? Пошел к черту, если бы не ты! Воу-воу-воу, девочка моя, спокойно! Если ты про тот случай, то это была случайность. Никто не виноват в его смерти. И расплачиваюсь сейчас я. Ну уж лучше так, чем в кирпичных стенах, не правда ли? Неправда. Это невозможно. Такого не бывает. Ну уже возьми трубку. Абонент временно не... Ублюдок! Давай, Макс. Полина, где ты была? Я не мог до тебя дозвониться. Меня замуровали в квартире. Я не знаю, что мне делать. Подожди, подожди, подожди. Замуровали? В какой квартире? Макс, не тупи! Антон замуровал меня в этой чертовой квартире. Полина, я в квартире деда. И тебя тут нет. Как нет? Погоди, а Антон здесь? Я не знаю, мне страшно. Спокойно, спокойно, давай разберемся, что тут происходит. Давай я тебе перезвоню. Пойду таблетки поищу, голова раскалывается. И где ты их там найдешь? Скажу, когда узнаю. Может, у деда что-то осталось? Чем бы запить? Очень плохая идея. Thank you.
духе. Никогда не мешайте таблетки с алкоголем. Мама, а где папа? Теперь нам придется справляться самим, без папы. Почему? Потому что так будет лучше для нас всех. Ты мне лучше напомни, что обещала сделать, если я вдруг не вернусь домой. Забрать те большие часы. Умничка, дай кашу. Угу. Почему тебя нет, когда ты так нужна? Прекрати, Полина, одно с другим никак не связано. Еще как связано. Это он довел ее до такого состояния. А значит, виноват в ее смерти. Ну, допустим. И что нам теперь делать? Искать его могилу и высказать все? Если надо будет, найду. Полина, стой! Что вы от меня хотите? Что вам от меня нужно? Прячешь. Дед, это не то, что... Родная, ты же мне обещала. Твоя мама. Дед, что с тобой? Дед, боже, что делать? Дед, ты жив? Дед! Я не хотела, чтобы он это увидел. Довольны? Я не хотела! Издеваетесь. А дальше куда? В страну чудес? Эта дверь для избранных. Тебе нужна другая. Это дверь для избранных. Избранный, блядь. Это место. Ты помнишь, как это произошло? Да помню.
Я убила деда в его же комнате. Это из-за меня у него сердце остановилось. Если бы я... Что внутри коробки? Наркотики. Почему ты воспользовалась тем, что внутри? Мама. Я не смогла смириться с ее утратой. И пошла во все тяжкие. А потом вовсе подсела. Это его комната. Он тоже не смог смириться с утратой. Кто не смог? Иди ко мне. Иди за мной. Да, слышу. Я уж думал, потерял тебя. Совсем наоборот, Макс. Это я потеряла себя. Еще с того момента, как мама не стала. О чем ты говоришь? Дедушке не стало по моей вине. Он случайно увидел меня с этими гребаными наркотиками и упал от сердечного приступа. А я ничего не сделала. Я даже скорую не вызвала. Я так испугалась, что эту дрянь найдут. И мне... Я просто убежала. А он там умирал. Полина, это не твоя вина. Это моя вина. Моя вина. Черт! Надо выбираться. Стой! Веснушка, я на месте, спускайся. Сука, сейчас ты у меня за все ответишь. Полина, открывай, у тебя есть то, что принадлежит мне. Не делай этого! А! Ты чего? Полина, ты... А!